Всем привет, друзья! И вот скоро буквально начнется процедура импичмента президенту Грузии. Я лично считаю, что несправедливо это все происходит. Не заслуживает эта женщина импичмента. Я лично считаю, что этот человек честный и справедливый. А та власть, которая сейчас в Грузии, пророссийская, олигархическая, коррумпированная, она несправедливо ее будет подвергать процедуре импичмента, и я на стороне этого человека. Дай Бог, чтобы у нее все было хорошо.